Лена Хантер, Овчинникова для портала Fight Sport. Привет, Лена. Привет. Лена, сегодня ты дралась с Сильвией Юшкевич, польская соперница, хороший бой. Ты получила, проиграла этот бой. Это слушно или не слушно? Это неправильно. Ну, я считаю, что рефери был неправ, и я думаю, что бой должен был быть выигранный. То есть первый раунд я проиграла, я ее щупала, ну, как бы посмотрела, что она может, что не может, а второй и третий раунд я уже начала работать, а рефери дал минус балл там, где не должно было быть его. Там максимум предупреждения устно. И... Это минус балл, это хороший, судья хорошо сделал или нет? Нет, это не должно было быть. Я ж говорю, должно было быть предупреждение устно, потім в другий раз предупреждение, а потом минус балл, а він зробив одразу. Хочешь реванш? Да. Послушай, ты есть опытная файтерка, хорошо, ты драешь по ММА, драешь по правилам К1, по Муай Тай. Что для тебя лучше? Муай Тай, К1, ММА, все добре. Да, если ММА, я готуюсь по ММА. К1, значит, готуюсь по К1, и нет разницы. Лена, я смотрю, ты красивая девочка. Что ты искаешь в боях, чтобы так агрессивно драться? Ну, не знаю. Ну, главное желание выиграть и хорошая защита. Как тебе понравится этот ивент? Хороший? Fight Exclusive Night. Хороший ивент? Хороший турнир? Хороший турнир. Только надо хороших судей. Понял. А послушай, ты не первый раз в Польше, да? Ты имела соперников с Польши. Что можешь сказать о польской школе К1? Ну, девочки очень такие агрессивные. То есть многие, ну, есть техничные, но больше так вот бьют, видят цель, не видят препятствий. Но... Физично, да? Да, физично. А ну, техника так. Одни добрые техника, а другие так, трошки, не дуже. Ну что, увидим еще тебя в Польше на боях? Ну, да, реванш. Надо реванш. А хочешь еще с кем тут в Польше повоевать? Ну, если будет предложение, то да. Лена, спасибо за интервью, спасибо и всего доброго. Ну, извини, это судья такой вердикт дали, но не могу сказать, или правильно, или неправильно. Ну, будем видеть, что будет дальше. Я думаю, что ты чувствуешь так, что ты выиграла, знаешь, Сильвия тоже...